Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Шестилетняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла Виктория Киркорова приняла участие в показе детской одежды из коллекции дизайнера Галины Юдашкиной и Адашкин Kids. Фотографии Аллы Виктории певец поделился в своем инстаграм-аккаунте. Девочка вышла на подиум в роли невесты в белом свадебном платье с оборками и букетом цветов в руках. Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом, ставшем уже традицией, показе. Обратился к модельеру Филипп Киркоров в подписи к фото. Певец также напомнил, что в прошлом сезоне выйти на подиум в подвенечном платье посчастливилось дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе. В феврале Киркоров показал в соцсетях фото, на котором он запечатлен с модельером Филиппом Плейном после его дефиле на неделе моды в Нью-Йорке. Пользователей позабавил внешний вид исполнителя в черном пуховике Филипп Плин. Одна из них написала, что Киркоров похож на кудрявую бабушку. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!